Как вы думаете, что значит быть ответственным донором? Ответственный донор склонен к бескорыстной заботе о благополучии других и готов жертвовать своим личным временем. Заранее планирует дату донации и осведомлен о потребностях учреждения службы крови, которое регулярно посещает. Сдает кровь в компании друзей, для чего может использовать сервис приложения «Сдадим кровь вместе». Придерживается принципов активного и здорового образа жизни и регулярно проходит все необходимые медицинские обследования, чтобы избежать появления противопоказаний к донорству. Оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Уделяет время благотворительности и волонтерству. Является источником корректной информации о различных аспектах донорства для своего окружения, мотивируя их стать донорами. И самое главное, ответственный донор – это стиль жизни, приносящий удовольствие.